1951 жыл. Фрунзе шаары. Темир жол вокзалы. Студенттер Москвага окууга жөнөп жатышат. Аларды туугандары узатышууда. Москвага кетип жаткан жаштардын арасында Бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтунун режиссерлук факультетине өткөн Лелия Турузбекова да бар. Бир көз ирмемге анын бактылуу, жылмайган жүзү даана көрүнөт. Когда я впервые увидела эти кадры, а прошло со времени съемок более 60 лет, и мамы уже нашей не было в этой жизни, я так обрадовалась. Я получила эти кадры из кинофона, фотоархива Кыргызстана. И в них запечатлен исторический момент. Моя мама успешно закончила ВГИК и была среди первых кыргызских кинематографистов, которые получили профессиональное образование в хорошем вузе. И она реализовала многие свои мечты. Я так думаю, я на это надеюсь. Потому что она сняла большое количество документальных фильмов. В ее кадрах запечатлена история более 30 лет жизни нашей страны, ее людей, известных и неизвестных. Родилась в семье известного уже к тому времени, хотя и очень молодого поэта и драматурга Джусупа Турузбекова. Он известен народу как отдельными своими стихами, поэмами, которые в школе проходят. Например, поэма «Энеме» является частью школьной программы. Он написал слова, которые потом Атай Огумбаев написал музыку, «Эсимде». Это любимая очень народом песня, тем более ее первым исполнил также любимый народом Муса Баетов. И
ее мама в нашей тайне, Гульсун. Она правнучка нашего знаменитого Байтык Батыра. Она получила образование педагогическое, потом всю свою жизнь она работала в редакциях и корректором. Корректором машинисткой, потом редактором, и имела поощрение на работе, почетным пенсионером потом была. А последние годы перед пенсией ее направили работать в Москву в ведомости Верховного Совета. Наша мама была старшей в семье, еще было два брата у нее, Гульчоро и Куанчбек. Но она рассказывала иногда про своего папу, что оказал на нее большое влияние, потому что он ее очень-очень любил. Он взял ее в 1939 году на первую декаду кыргызского искусства в Москве. Эта декада была, с одной стороны, может быть, таким в духе времени образцово-показательным мероприятием, а с другой стороны, это было грандиозное событие в культурной жизни народа. Есть такой документ, фоновый документ, где наша Тайне Гульсун и наша мама Лиля Турусбекова рассказывают о своем отце и муже Джусупе Турусбекове. Когда я услышала эту запись, у меня прямо ком в горло подступил, потому что это было очень трогательно. Ал бизди аяп кетти. Эмнегедир мен ошону сездим. Мам бычкага кетти, эртең келет деп шашып кеттим. Атам биздин жалгыз калганыбыздан чочулабасын дедиби. Оо, силер чоңоюп калган турбайсыңарбы? Өзүн өзү багат деген ушул деп чыныдагы акталган тарудан оозуна салып, ары бери басып жылмайып койду. Анын ал кезде элдин баары бычкага барышчы, убакыт бош болгондо эле ишке. Анан ошол күнү мамам дагы издательствода иштечи, ошол издательстволор менен бирге кеткен ушака. И это были последние слова, которые он произнес, когда она его в своей жизни видела. Конечно, она не знала, что он не вернется. Мама и папа как-то очень удачно нашли друг друга. Они были совершенно разными, и в смысле, я хочу сказать, что они были из разного круга, что ли, общения на тот момент. Наш папа, проучившись 7 классов в школе, поступил в 15 лет в медицинский институт. Когда он закончил, то поступил в Ленинград в аспирантуру в Колтуши, институт имени Павлова, институт нормальной физиологии. Через год родились мы с Гюзель. У нас была очень счастливая семья. Потом родился еще наш брат Бектур. И через некоторое время, когда Бектур еще был маленький довольно, папа защитил докторскую диссертацию и стал ректором Кыргызского медицинского института. И до сих пор нам говорят, что в это время это был один из лучших вузов Советского Союза в области медицины. Вот. И несмотря вот на такую очень широкую ответственную работу, он всегда поддерживал маму. И мама всегда внушала нам глубочайшее уважение к его профессии, к его научной работе. Говоря о том, что, в общем-то, труд кинематографистов очень нелегкий, не всегда должным образом оцениваемый. Ну, и связано очень много с разъездами, поездками и так далее. А, ну, быть врачом тоже это такая профессия, которая всюду и везде нужна, и в семье, и народу, всем. Поэтому, говорит, по-видимому, вот, сыграла определенную роль ее тоже установка. Наша мама была человеком, который обладал несомненным вкусом. Настоящий эстет в таком вот чистом понимании этого слова. Все должно было быть красиво.
И там и еда приготовленная, там и дома должно было быть красиво, ну и в мире все должно быть красиво, и кино надо снимать, даже про обыкновенных людей красиво. То есть у нее был какой-то такой внутренний, какой-то такой, я не знаю, как это сказать, датчик, что ли. Лилия менен «След за весной» деген толук метраждуу документальный фильм иштедим. Эжеден ошондо бүт Кыргызстан төрт бурчуна барып тартып келди. Ошол кезде Кыргызстанда өнүккөн биринчи алгачкы ийгиликтердин баарын эже тартты. Ошо туашуудан жол чыкканда биринчи жылкыларды малды айдаганда ошо эже тарткан. Атбашыда биринчи кезде эже тартып келген. Анан кийин туашууда кардиологический центр болуп экспериментальный. Ошо жакта дагы эже тартып келген. Академия наукта эчтекесин койбой баарын тартып келип фильм бүткөндөн кийин худсовет принимать этти. Худсоветте Шаршенов Субалиевич, Кондучалов, Марбаджиев, член худсовет, Төлүмүш Акеев, Бекстан Жакиев, редактор болуп иштечи. Бары көрүп аябай сүйүнүп эжени аябай макташты. Эже эми фестивалга жашына кайып алып бетибиз ачык, маңдайыбыз ачык болот, барабыз деп. Дорога к озеру Мерцбахера. Десятки километров по льду и морянам. И на каждом метре опасность. Лилия Жусуповна Торозбекова менен мен биринчи жолу экран аркылуу тааныдым да. Анткени ошо жылдары көркөм фильм көрсөтөрүнүн алдында документальный фильмдерди көрсөтчү да. Ошонун арасында Советтик Кыргызстан деген кино журналы болчу. Ошондо бир номерунда карасак бир жаш кызга мындай орден тапшырып аткан сүзөтүн көрсөттү. Ошондо таң калгамын да, ушундай жаш кишилерге да мындай орден берет экен. Биздин элестесем баягы жаныбызда жакындарлар бар, ата мекендик согушка катышкандардын ордендери бар болчу, анан белгилүү чабандардын ордени болчу, алар баардык тең эле улгайган адамдар болчу да. Ату жат жаш кишиге ушундай орден берип атат, таң калганбыз да. Көрсө Лилия Жусуповна болсо ушундай кинодо салган салымы абдан бийик экен да, ошону эл сыйлап, өкмөт сыйлап ошондо орден берген экен да. Орденом трудового красного знамени. Среди награжденных молодой кинорежиссер Лилия Турузбекова. Артист Мырзабаев сердечно благодарили партии и правительство за высокие награды. Манас жөнүндө улуу эпос деп фильм башталып калды, даректүү фильм. Анда автор сценарий Марбаджиев, режиссер Лилия Турузбекова, оператор Кадыржан Кадыралиев, композитор Таштан Ерматов, художник Сагын Ишенов, звукооператор Төлүмүш Акеев, Иманкул Абдыкулов директор, мен ассистент режиссер болуп 10 мүнөттүк фильмге ошондой сүйөмүшүнөй группа болуп даректүү фильм тартылды. Ушул биринчи Манас эпос жөнүндө ушу эже баштап бысымла деп тарткан даректүү фильм ушу болду да. Анан музыкасын Алматыдан жаздык. Фильмди бүткөндөн кийин Алматыга келип Кондучалова эже көрүп жакшы баа берип кетти. Адам баштандырып, жан беритип кандырып, жатып калган жер ошол. Эр кугурба эр ушул эриндин кагар баштайды белли эмес кугурбай белдидин арасы тулган аламга аты уулган ширекени билинген бетиндеги укуктайдын бүчүгүнен киностудия орношконда киши уже бир нече жыл иштеп калган учур экен. Анан биринчи агиси жана айтып кетпедимби,
Советтік Қырғызстан деген киножурналды чығарып жа, анан бірінші сөзі маға поручет етіп тартайын, анан темасы емне волонтерін барасың, тартасың. Білем бағы оператор бітіліп пейзаждарды жақсы көреді, пейзаждарды тартқаны көп көңіл бұрға, бірақ адам болсы керек. Экранда адам, аның характері, ісмін өзін. Со көрсөтүп алсаң анан оператор болосуң деди. Со биринчи сюжетим ошо малчылар жөнүндө болду, койчулар. Бирок бага операторлор мында кооз пейзажды тарттасты. Анда да болду анан. Со биринчи сюжетим ошо Лиля Жусуповна кабыл алды. Ошо кездеги мына накта мындай чоң таланттуу режиссерлор болсо, алардын өзүнүн как вот мына почерк деп айырмасы сразу мындай биринчиде көрсөң эле айтасың, бул кинону ушул киши тарткан дегендей да. Бул деген ошо чоң мындай залкар режиссерлордун белгиси да, өзүнүн мындай почерки бар. Вот Лиля Жусуповна ушундай өзүнүн почерки бар эле да. Она была удивительно этичной, сердобольной, открытой и доступной. Была крайне трудолюбивой, и все ее фильмы, обобщившиеся в уникальную кинолетопись биографии нашей страны и народа, вошедшие в Золотой фонд кинодокументалистики, задумывались и снимались без ажиотажа, саморекламы и бития в грудь, ибо она была далека от наносной амбициозности, зазнайства, ложного честолюбия. Она обладала редкой красотой. Нет, не внешней, которую можно подкрасить и припудрить. Лилия Джусуповна обладала красотой внутренней, душевной, которой одаривает только он, Создатель. Красотой не подвластна никакому макияжу. Ее душевность была настолько сильна, что к ней тянулись, стремились покаяться, стремились исповедаться. И для каждого она находила нужные слова поддержки, слова, идущие от сердца. В нашем фильме вот оператор Барбеев Нуртай просто очень здорово снял. Там очень своеобразные горы. Вот эти ребристые горы, они как бы голые, кажется, как однообразные. А на самом деле, вот когда правильно освещение выбрать, правильный момент, они очень красивые, очень красочные. Я даже помню, когда я сдавать в Москву ездила картину, первый раз они вообще ахнули, говорят, где это находится? Я говорю, ну что же, говорю, в 2 часах езды от Фрунзе, как я сказала. Неужели такая красота там? Я говорю, ну, знаете, эта красота, говорю, скрытая там. Потому что она, с одной стороны, вот кажется, какая-то голая. Мы привыкли, вот красота обязательно. Водопады, обязательно лес там и все. Ну и потом частично вот то, что там зелень появлялась. Вот, например, долины были сняты с гор, предположим. Такая зелень, а сухие, красные или такие желтые горы. А там зелень, конечно, это очень красиво. Но все это руками человека было сделано.